Приветствую всех домашних мастеров и любителей инструментов. В этом видео посмотрим цену на дисковую многофункциональную пилу Stanley 220 вольт 1320 ватт, диск 125 мм из AliExpress. Заходим на сайт поиск ручных электроинструментов по ссылке под этим видео. Нажимаем кнопку «Посмотреть цену». Цена актуальна на 4 марта 2019 года. Профессиональный, 100%, да? Итак, стоимость 68 долларов ровно, но доставка в Россию платная, 89 долларов 47 центов. И в итоге стоимость для России будет 157 долларов 47 центов. Это для России. Даже выбито логотип, видите? Должен быть очень-очень качественный инструмент. Итак, смотрим теперь стоимость доставки в другие регионы. Сколько это будет стоить для белорусов? 62 доллара 11 центов. Казахстан. 214 долларов 62 цента. Ну вот, существенный плюс. И Украина. 62 доллара 11 центов. Ну, вот такие цифры за стоимость для других регионов. Стоимость доставки. Ну, по камню, по дереву. Такой инструмент профессиональный. Вы были на канале «Поиск ручных электроинструментов». Это действительно удобный шопинг для всех домашних мастеров и любителей инструментов.